Сейчас выпущу декоративно. Угу. Куда выпустишь? Сюда прямо? На во дверь? Вольер. А, вольер. Сейчас их выгоню, Вов. Ага. Просто таких голубей снимают, их надо смотреть. Хорошо, хорошо. Сейчас я зайду. Угу. По стойке, как они ходят, ага. Яка стойка у них. Да, да, да. Чайки, ленточки воронежские, угу. Омские белые, это чубата косматые, это угу. Омские. Угу. Города Омска. Белые это воронежские статные. Угу. Сатины это пара, да? Сатины это. Как им хорошо на чистом песочке, да? Смотрите, ага. Чистый песочек беленький, как им хорошо. Это ростовский белогрудый, я це був. Угу. Ростовский белогрудый. Вова, а посмотри, какая кормушечка, Вова, посмотри, какая удобная кормушечка. Так аккуратненько головочку свою туда кладу. Глянь, как удобно. Видишь, как он удобно кушает. Потом тебе все расскажут. Ага. Да раньше было старое мрево. Там магазин. Да есть что старое, что новое. Ну, кстати, там... Саша, а где там у тебя? В каком районе? Нового районе? Туда выше проехать? Да прямо нет. Как мы на выставку едем. Так, правильно, дальше. И там мрево. Ага. И там магазин есть. Строительный. Внутри двора. О, бачу, не слышно. А ты какого цвета там подсыпка? Какого цвета? Потом поговорим. Белая подсыпка есть? Ну, была такая серая, бежевая. Ага, бежевая, да? Бежевая и красная, по-моему. Ага. И не знаю, там она недорого была. И какую цену? Инна, давай мы снимаем сейчас репортаж, давай это сам. Я тебе 5 раз говорю, потом, она как за эту подсыпку. Их так не посмотришь, что надо. Да. Только я смотрел, чтобы они ходили. Да. Не надо было в ту кормушку сыпать. Это искандарт, голуба. Какая форма. Угу. Формат який голуба. Это богатые, это все ростовские чиники. Угу. Это не про Петровскую выставку их привез. Круто. А вот это как бы как желтые белокрылые ленточные хвосты, это что, тоже такое, да? Тут пара волжских ленточных. Две пары воронежских ленточных. А богатые это все как бы... Это все Ростов. Ростов, да. Ростовские чилики. Чайки. Красивые чайки. Угу. Ага, я бажу, да, вижу я красных ленточных, желтых ленточных. Там же пара еще желто-ленточных. Угу. Их специально откинул. Угу. Очень плохо разводятся эти голуби. Ленточные я на 5 голубят пропали. Угу. Не хотят кормить. Да, такие клювики, конечно. В основном таких голубят сами кормят, понял? Ну или подкладывать надо. Это же пара красных. Подлаживаю. Угу.
А сотен мне на это что-нибудь дают, че нет? Да, есть, я наверху покажу голубенка. Тоже подложили. Понятно. Ну что, пришли наверх. Красиво очень. Сейчас голубятни сниму трошки. Не надо, да хоть трошки. Че, красиво у тебя тут. Я ж помню, тут красиво. Ничего не убрал. Окошко прорубал. Угу. Гнездочки такие хорошие. Ты что, заказываешь это или... А? Откуда у тебя такие корзинок? Корзины? Заказывал. Заказывал? А. Сейчас она по гнезду. Понятно. Красиво. Это я залез так наверх, чтобы сверху немножко снять. Вот голубенок, смотри. Ну-ка. Сатинет. Красавец. Да. А вот. Даже здесь. Видишь, голубенок. Это крест у него в хорошем месте. Ростовские белогрудые. Угу. Угу. Подложил под Николаевский. Угу. Стой, иду сейчас. Угу. Николаевский. Поменьше у тебя их стало. А? Поменьше у тебя их стало. Качество. Понял. Я не стараюсь. Количество. А мои молодежь Николаевской трошки есть, ага, бачу. Тут 6 штук, красный. Угу. Не вылетает на чердачку. Молочные. Ну это тоже, я считаю, что такое декоративно-николаевское направление. Все равно. Ну, масть, цвет. Да, масть. Масть, цвет. Молочные, это безотказные. В гору. Молочные, блакитные. Угу. Вот одна краснодарская тут косматова. Где? Голубенок. Очень косматый. Краснодарец. Такие, как там вали. А, бачу, бачу. Ага. О, ага. Понял. Я еще и подумал, думаю, смотри, эти такие длинные, а голубенок короткий, е-мое. Думаю, как странно про себя так подумал. Ну ты их тоже, я смотрю, мало выпускаешь, да? Все вот. Время выпущен. Да ты что? Все время. Да? Днем и ночью, зимой, летом. Да? Ну ты услышал, харьковских аж не выпускают, чтоб не выгорали. Ну, там. Сейчас сезон. Видишь, голубят самые на прикрытие. Молочные, плотичные. А потом... Эти голуби не любят, чтоб по одному заносу кидать. Палку встречи. Приезжало багато сюди. Да? Но надо было тебе, чтобы снимал.
Да я помню, раньше у тебя были такие простенькие, ты гонял. Простые, простеньких. А тех, мабуть, тебе жалко будет гонять. Да, не, ничего. Не? Да, ничего. Ну, стиль полета у них простой, да? Простой полет, как раньше был, 30 год назад был. Угу. Будет круче, будет легче. Молочных пары развел. Голова привез, Харькова. А кажут, а некоторые кажут, что лучше бы их подкручивать, подкручивать, подцепачивать. Нельзя породу перебивать, да? Порода должна быть породой. Старая порода, только такие были. Не были ни дочи, ни такие лучшие. У шапки, напомнишь, такие летали по півдня? Да, у него рыжи были. Красные. Я сюда подливал уже. А что, это с шапками, чи нет? Не. Откуда ты их брал? Молочная меня случайно вывелась под закиты. Привез голубя с Харькова. И потом у меня молочные. Сейчас молочных 12 штук. А воробьина тоже по ним? Чи то голуб? У Юры, у председателя? Она под молочник. Понятно. Дорого тебе продал? 400. За 400 гривен. А, за 200, это молочник по 400. А, того за 200, понятно, молочник по 400. Ну хорошо, посмотрели. Что он их начнет пугать. А все равно у них под это под хлопок есть. Подхлапывает, понял? Это прямые, интересно. Ну, в основном. Это. Жирные. Они на подъем уже легкие, хорошие. На подъем, блядь, особо на блокировке шел. Как ветерок палкой, хоп, здесь сразу, блядь. Цех только могут понять на Киевской выставке. Нет? На Киевской выставке. У нас тут особо. Нам надо маленький, чтобы было. Да, да. Да были этот раз. Я не помню, чи у лисичанина были, чи у когось такі. Орлица, слышите, как египетская, это египетская орлица. Курлица. Не раскрылся он там, Инна? Обожди, не подходи. Сейчас мы его снимем. Ага, вот красавец.
раскрылся. Тихо, 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 тихо. Оце буде у мене кадр на это, на лучшее подворье села Варваровки. Вова, ты знаешь, у него и сзади очень красиво, да. Только впереди. Это не птица, это просто все, что можно придумать. Королевский, королевский, да. Держали их короли. Поэтому они, конечно, там создают этот запах. У нас вот три барана было, вообще ничего. Павчик, 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 павчик. Ну, знаешь, у него что сзади красиво, что спереди красиво. И там красиво. Павчик, павчик, павчик. Шелковицу стригут, бачите, как? Все стрижет и нас, все стрижет. И это ж у них, видишь, кучерявая. Все стрижет. Урюпинские голубые. А, вот. А, я думал, а ну-ка. Ну, ты мне их не показывал. Угу. Где брал? В Красном Лимане. Скидывано, вот. Сейчас поднимется. Там пара, там, чтобы оно же вылезло. И сейчас надо все в куче, оно же не будет. Да понятно, понятно. Цвет понимаю. Да, белые вот эти кабины, конечно, завал. Я таких... Чемпионы выставил. Я вижу, что я таких не бачу. Там и красные не меньше, но... Да, красиво. Красиво. Так что долго. Пішли, все вже поснимали. Я не так же
чайки. Угу. Поедем. Уже желание поедем. Это сумах такой, да? Это сумах такой, как вот за двором сумах. Но это Да, я вижу, вот лист совсем другой. А что за лист? Олегомно-роги. Олени-роги. Олени-роги. И у меня катальпа еще есть. Бегно милая какая-то катальпочка. Вот такую же я купила, вот посадила. Но она, идем покажу, она еще маленькая. Там у нее есть стики, что не передать. Не кажи. Кажу, если хочешь, старобец пойдем. Там хвойного. Угу. А? Угу. И ты здорово не выпустишь волк. Да и у нас некуда сажать. Ты у нас шо? Некуда сажать. Ей все надо и надо. Надо и надо. Понимаешь? Ну, это в ней там плантация. Ну, а станицы переехали сюда. У нас некуда садовить. А у нас некуда? Да вот уж, вот уж. А куда ж хочешь? Ой, смотри, батарейка седая, сейчас смотри, что я роблю. Минский. Ну, туркменский. Угу, это глубинная охрана. А пацан у тебя где сейчас? В это? В оточиде? В ресторане. А, в ресторане? Мясо жары. Я чего? Вот умка. Це кобел? Кобел? Кобел. 7 год. Лучше бы самку, глядишь бы, этих бы продавал. Родословно у него хорошее. Да? За $400 покупал. Ё-моё. Ну ты что не случаешь? На бои малый возил. Славногор. Ё-моё. На бои. Це такий бойцовський собака. Понятно. А ще. Красавець. Вічно зелений кустарник, ага. Ось такий воно. Ну, що, наскільки красиво. Да. Воно, ну, я його стригу, тому що, ага. Видиш, у мене тут, ну, куди, да. На дорожку. Я його постійно стригу. У мене так, він хорошо схватився, так хорошо прийняв. Вона не капризна. Оно, да, оно, тут веточку на... Без проблем хватає. Чесно, самшити посадила, угу. Видиш, два угу. Самшита посадила. Угу. Ось цей самшитик уже старенький у мене. Угу. Вот. А тут у мене було, ось це, що ти говориш, білючина. Угу. Вона дуже красива, угу. Мілкі такі да, листики. Да. А ось ця красота. Ти от обрати внимание, ось це плющ. Плющ, да, столько смотрится здесь. Вот, он насколько ему здесь удобно, видно, угу. Тепло. Я, конечно, его на зиму немножко прикрываю. Там угу. Колючка. А, вот это же у меня бы... розовая гортензия, ага, вот, ага. Которая розовая, ну, хамелеон. Ага, вот. Ага. Ну, ты вот ее она, как... Видишь, он череночек. Ага, это ага. Да, вот да, да, да. Ну ты ее как? Ты ее перебрасываешь куда-то перебрасываешь? Никуда. Вот она у меня здесь зимой. Зимой-то я только немножко утепляю. Так розы, немножко. А это у меня другая. Это у меня такая. Меж под лампой. Я забыла, как она называется. Она такой шапочкой и сиреневые с белым. Это новый у меня кустик. А вот эта красота какая. Хачин. Хачин ползучий. Это в Хорватии растет на лугу. Казалось бы, это такая ерунда. А вот как оно смотрится хорошо. А маденчика можно снять и ты. Шикарно. А вот это не знаю, как называется. Птичка. Ну где он у тебя? Далеко? В комнате, комнатное растение. Амадина? Но оно так красиво. Давай. Моя клетка. Угу. Потом, наверное, на Жене их вставать и ставить. Давай. И тут не это, вот. Хорошо. Попугай, вот заходи. Вот у него еще шо. Это я не бачил у тебя. Это сарай. Ё-моё. Это я не бачил у тебя. А шо ж ты мне не казал? Я уже не думал, что... Это что, где зимой стены, блядь? Зимой тут содержим попугаи. Ты тут у тебя тепло, да? Ты трошки подтапливаешь или просто работаешь? Не подтапливаю, им ничего не надо. Ну просто, да, чтобы сквозь закон. Они не боятся ни морозов, ничего. А тут стены, знаешь, какие. Ну да. По полметра стена, утеплённо. Красота. Канарейка. Угу. Плохо разводишь. Вот уже три штуки вылетело, мало бы. Угу. Жада там на яйцах сидеть. Так а что ты сейчас в сарае держишь? Когда лето, тепло. Что, не любишь? Жары, чи что? Во, для размножения. А потом буду скидывать в клетки. Угу. У меня же клеток много. Понятно. Це я не бачу. Это ж вольеры. Одни попугаи будут, тут другие, угу. Тут третий. Понял. Еще одно место. Ну.
Индюшки, индюшки. Индюшки, теплотей. Теплотей. О, сейчас она, сейчас. Еще заманю, дивись. Индюшата. Это свои, да? Свои вывелись. Ну, они такие, как бы, не бройлерные, но здоровые, да? Не маленькие. Обычные, но хорошие. Угу, понятно. Отлично. Вот у вас занято, Наня. Ой, мама мия. По 4 дня. Фазаны вот у нас. Ты что, он порошка даешь, слышал? Яичко? Яичко. С цибулькой. Красота. По 3 недели фазаны сидим. Что, у тебя тут стулочка, ты тут съедаешь, да? Все положено. Я гидывайся. Комнатка. Красота, красота. Вот молодец, Вера. Все специально предназначено. Угу. Для выведения, разведения, размножения. Раньше поросята было. Да, це ми вже в комнаті. Це в Луганських. З Луганська приїжджали, мене знімали до війни. От видиш, во дворі мої декоративні. Це грамоту Яриша. Грамот стопа. Ось Воронежа. З Воронежа перше місце йому дали. Воронежська висока. Медалі, медалі. Кубки. Бачите, кубок, скільки він придбав. Це последний звучав губернатор. Где Сердонецкий? Сердонецкий? Ага. Главное, сейчас я покажу. Нина! Вот эти ваши. Угу. Это чилики ростовские. Да, Кирочка? Мы в гостях, а что ты хотел? Все мои голуби, один к одному. Не знаю еще. Воротниковые, ростовские чильники. Вот воротниковые. Возможно, позвони. Буду стараться. Ну, да, ну-ка. А ну-ка так обожди, вот сюда как-то в другую сторону, то солнце попадает. О-о-о. Сейчас. Основы Николаевской птицы и не только. Это мы в Киеве. 2006 год. Григоров. Григоров, Сатышев. Угу. Да. Чемпион же украинской выставки рыжий. Да. Дробинин Владимир. Так. Ты стараешь? Да. В Воронеже покупаю российский журнал. Угу, открываешь? Открываю. Дробинин. Не отдайся, я кажу, Ваня, дивись, він приїхав. Я приїхав в Воронеж, щоб купити журнал про їх. У мене він є. І смотришь, там всі знакомі, да? Сатышев. Іночка, іди сюди на секунду. Сюда иди. Мы в дом. Души по всей картине. И дома голубы, тут голубы. Ты уходи куда-то, веришь? Да, на окнах. Тут голубы. На окнах кругом. Ну ты знаешь, вот на окнах это тут. Тут нужна голубы. Композиция. Вот смотри, тут какая-то композиция. Таня, пьедестальчик небольшой, подсветочка и композиция. Понимаешь, когда их с камешками. Да там голубы, везде голубы, везде голубы. Да.
американская. Гость петуха був. Я в нього вдома був. Подарив мені петуха. Тут все подарки одні. Ось м'ячий то павлін сидить. Тільки птицю люблю. Хозяйка у нас свої пельмені. Свої пельмені готові. І тут улучались на площі у нас. Ну везде, везде хвазаны. И вот вдвоем все рассматривают, это все замечательно. Есть для кого жить, вроде как вот это. Так, ну хорошо, мы посидели, поели пельмешек домашних с бульончиком. Вкусно, Володя аж две тарелки слопал. И вот ждем, жінка ще пішли. Жінки пішли ще огород дивиться. А мы тут у тенечки, тут такая у нас хорошая, это такая качелька вот. Мы с Ярошем тут сели в тенечке. Время обида. Обстановка, как в Афганистане. Обстановка, да, как в Афганистане. Это спива. Кеннер спива. Так гарно. На душе, в животе, в голове. Коли не пьешь так, да? Хорошо так чувствуешь. А сейчас нажрись. Думать будешь, где еще добавить. Инсоль будет. Инфаркт. Надо бросать. Он Олег хорошо закодировался. Ну и мне надо бросать, чтобы вот так проехать, все смотреть такими живыми глазами. И дышать свежим воздухом. Наслаждаться жизнью. А то так напьешься, потом не проснешься. Колысь. Ай, красота. Смотрите, как тихо. Погода шепчет. И везде спевают птицы. И везде стоят голубые. Статуэтки голубьев. Мы с Ярошем знакомы очень давно. Это мы... Когда мы с тобой... А, это ж ты голубил. Ярош колись держал голубил. Это самое, в Рубежном. У него первую жену я его не знал. 33 года. 33 года. 33 года мы знакомы с ним, с Ярошем. Понравилась ей плитка. Понял? Мы посчитаем и будем звонить. Плитку, за всю плитку, понял? Вов, если она подивится... И может тут другое понравится. Не, ассортимент это... я тебе говорю. Нет, мы любим природное, понимаешь? Природное вот это, природную плитку. Вот такую. Природный камень. Гальку, понял? А я тебе дам. Ин, ага. Ты бы там подивилась, как плитка? Прекрасно. Какая природная. Так если размеры разные. Есть, это, есть вот такая во, какая природная. Вот так ложится. Есть такая под дерево дорожка. Дивись, как дерево с сучком. Вот такая плитка есть. Нет места вообще. Я стараюсь хвой.